Ну что, поехали, попробуем, поездим. Проедем. Опа! Ё-моё! Смотри, на какой чувак на джипе фигачит. Да, прокачивать мне еще и прокачивать свою тачку. Чтоб что-то выигрывать. Едут очень быстро они. Опа! Третье место. Они все платиновые, видишь? Ой, бриллиантовые такие там. Опа! Идеальный старт. Да. Так, я смотрю, у этого раллийного машинки тоже один гаджет стоит, да, получается? А у того первого два гаджета, но это тоже прокачанная тачка. Эх! Третье место. Третье место меня не устраивает, ребята, никак. Давайте хотя бы второе. Опа, если я сейчас выиграю... Ага, фигушки там. Опять мы четвертое едем. Ой-ой-ой, как же тяжело. Как же тяжело тут выиграть-то. Да, если бы я еще так не врезался бы, может быть, получше было бы. Опа! Да, четвертое место. А, и третье? В смысле? Мы поменяли место? Давай здесь, может, попробуем выиграть. Опа, аккуратненько, едем, едем, едем. Да, прокачаю эту машинку, попробую. Максимально. Так, 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 так. Я вообще хочу первое место, ребятушки. Уступите мне дорогу. Я хочу быть первым. Так, нет, пока что только третье место. Так, поехали в лесной массив. Выбираем тачку нашу, багги. Поехали. Сейчас посмотрим, сколько мы тут проедем вообще. Сколько сможем проехать. Так, ну я думаю, километра 3 проедем. А вообще, может быть, и рекорд побьем. А, у меня на багги нету этого, кстати, бензина. Возможно, мы, знаешь, как поступим с тобой. О, два раза пропустил бензинчик. А магнита нету у нас. Надо прокачать, может быть, немножко багги. Может, надо мне посмотреть, если там вообще у меня в этом самом магнит. Потому что, возможно, что даже и магнита нету. Это будет печально. Так. Сколько мы здесь проедем, интересно. Ах, опять пропустили мы бензинчик. Ну ладно. Не так страшно. Как бы мощность у него двигателя такая приличная. А то, что он переворачивается постоянно, это плохо. А, давай сейчас посмотрим. Да, переворачивается наша машинка. Опа! Так. Это нам повезло, что нас не щелкнуло. Вообще хочется, конечно же, мне сделать рекорд. Рекорд. Поэтому. Сейчас мы перевернемся и ее немножечко машинку улучшим. Да. А улучшим мы... Так, а что у нас там по деталям? Так, у нас этот появился. Ну, блин, магнита нету. А? К сожалению, нет магнита. А подвеску будем улучшать. Тикс. Ну и защиту повысим. О, разблокировали мы, да? Слот. А что ж мы сюда поставим тогда в этот слот? Утяжелитель поставим? Ну давай. Так, ну что ж, мы улучшили багги. Сейчас посмотрим, не должна сильно переворачиваться. Ну так себе. Не сказал бы, что прям не сильно переворачивается. Переворачивается неплохо. Да. То, что мы поставили там утяжелитель, он нифига не помогает.
он просто для другого предназначен. И хотя у меня 3 гаджета. Ну что-то я не вижу, где они установлены. Один только гаджет вижу. И по-прежнему у нас здесь нет этого магнита. Это очень плохо. Оп-оп-оп-оп, аккуратно. Так. У нас, кстати, ребят, как вы заметили уже, двойные монеты. Ай, немножечко подзаработаем денежек. Прыжок. Оп, еще прыжочек. Вот, хорошо. Продолжаем ехать. Вот уже 1000 метров. Километр готов. Так. Так, монетки заберем. Так, а здесь будет это самое бревно вот это. Все, проехали. А, у нас тут задание, конечно же, не первым приехать, а собрать монеты. Поэтому спешить не особо, не нужно особо спешить. Потихонечку едем, монетки собираем. Да, у меня есть машинка новая, которую я открыл. Но стоит она 90 тысяч. Для этого нам нужно и монетки, естественно, и собирать. Опа, так, назад. Мне нужен этот бензин. Да, очень-очень плохо без этого, как его, господи. Без магнита, который бы собирал бы нам. Да что ж такое, почему мне на баги там магнит не выпадает? Сколько этих сундуков уже пооткрывал. Все, нету и нету магнита. Прям как назло. Так. Проезжаем. Собираем монеты. Так, 2500. Монет уже есть. У нас это не сильно и много. Конечно же. И у нас еще много карт не открыто. Поэтому я сейчас на баге буду стараться побить свой рекорд. Не уверен, конечно, что я его там побью, но попытаться стоит. Потому что все на баге у меня прокачанное. Я его прокачал немножко. Не на максимум, конечно, но уже 3 слота у нас открыто. На это уже о многом говорит. Ах, пропустили чуть-чуть монеток. Ладно. Ого, это получается 5000. 5 километров здесь проезжаем. Нифига себе. Попробуем увеличить свой рекорд. Опа, смотри, шляпу сняла. Вот это вот вонючка, бревно. На первом ничего не было страшного, вот на втором, да. На втором шляпу там не сняло. Будем ехать без шляпы. Так, снижаемся. Едем. Опачки, аккуратненько. О, здесь уже 5000 у нас. Неплохо. Весьма неплохо. Так. 10000, интересно, можно... 10 километров можно проехать на машинке? Баги здесь. Попробуем. Да. Аккуратненько спускаемся. О, монеток куча. Был бы магнит, сейчас мы бы все собрали бы. Ну ладно. Давай, давай, еще немножко. Так, хорошо.
1300 осталось нам проехать. О, замечательно. Тысячу триста метров. 1200 уже. О, опасное место. А, ну, в принципе, не особо опасно было, конечно. О, вот здесь уже поопаснее. Так. Так, надо еще за бензином следить. А где у нас бензинчик? А, все. Вижу. 20 метров осталось. О, готово. Едем дальше. Уже у нас 6500 монет. Что не может не радовать. Ребята, а вы сколько самым больше проезжали метров в Hillclimb Racing? Я, наверное, около 5. Около 5 километров. Так, бензинчик взяли, все, поехали дальше. Поднимаемся в гору. Вот. Отлично. Ух ты, опасно было, опасно. О, 300 метров, ребята, до рекорда. Ох ты, мы профукали бензин, господи боже мой. Бензин профукали, давай на новый бензин идем. Блин, как жалко. Место такое нехорошее. Где бензин, алло? Ну, кончилось топливо. Да, не получилось.